Всем привет! Сегодня у нас обзор став. Чем я тегую, чем я рисую. Ну что ж, погнали. Ну, первое место у нас занимают маркеры. А не простые, а маркеры для скетчинга. У меня есть два ведра. Такие вот ведра. Вот у меня водоэмульсия. Я просто сюда сложил все маркеры, потому что мне неудобно вот сумки, в которые они поставляются. То есть у меня два ведра этих скетчевых маркеров. Потом, самое необходимое для баллонов, это у нас много разных кэпов. Вот. Этими кэпами я активно рисую. Каждый кэп нужен для разной линии. Что касается маркеров для тегинга. У меня есть... Ну, я решил посчитать его как став. То есть, вот. С прошлого видео самопал. Дальше. Все, с чего начиналось, это перманентный маркер. То есть, перо. 15 миллиметров, вот такой вот, красного цвета. Мало его достаточно, очень долго хватило. Потом сквизер молот. Ну, с молотом было очень много разных историй. То есть сначала он был красный, потом я его заправлял фатом. Вот. Такой молотов первые 25 миллиметров. Что ж, дальше погнали. Заказывал маркер от сезона. Перо 15 миллиметров. Что у меня есть еще? All City на 15 миллиметров. Также есть у меня еще 10. И у меня есть пуля. Тоже от All City. Только без наклейки. Дальше. А, у меня есть две швабры. Вот самая первая швабра. Это швабра черная на 30 миллиметров. То у меня есть еще сквизер такой от фирмы Russia Roulette. Но тут проблема с этим сквизером вот в чем. Перо засохло полностью. То есть им сложно нажимать. Дальше у нас идут, чем я рисую в основном. То есть, как вы помните видео, где я на стене рисовал, я использую вот такую грунтовку. Такую грунтовку для стен и потолков. Также у меня есть 4 банки. По 2 литра каждая водоэмульсия. То есть у меня тут несколько оранжевых. Две оранжевых, одна коричневая и одна синяя. То есть 4 банки. Вот такие. То есть 2 такие банки. И 2 таких банки. То есть они полностью оранжевые. Что касается баллонов. У меня есть кудошки. Когда я только стал рисовать граффити, у меня были кудошки. То есть я их закупал. Вот. То есть у меня есть серая глянцевая кудо. Есть также кудо черная. Это очень старая банка, она где-то с 2020 у меня лежит. Да, я только стал рисовать.
помню, есть банка ПРМ синего цвета. Потом я люблю Артон за то, что он очень хорошо делает контуры. Контуры очень хорошие получаются. Вот устанавливаю сюда капледа и все. Там еще много других банок. Но вот у меня есть One Take, две банки One Take. То есть это желтая и красная One Take. Также у нас я рисую. В маркерах я использую заправки. У меня есть три маленькие заправки. Это All City, черная, перманентная. 214-я инк красного цвета. Тут, конечно, я чуть-чуть осталось. Ну, конечно, Fat. Вот Fat, вы его видели на обзоре. Также я использую еще стикеры. Стикеры я ими довольно часто. Так что разрисовываю. Просто я как бы сел вечером. Посидел и порисовал немного. У меня есть 30 штук, но тут еще есть стикер, который я никак не наклею. Схема метрополитена. Ему говорит, какого города. Потом, что касается бликов. Я блики делаю акриловой эмалью. Что такое банкой? Но тут, конечно, переходник нужен. Потому что я не могу сюда вот поставить. Например, Rose of Fat. Вот и я не могу поставить. Есть еще вот такая краска от Ермак, голубенького цвета, такая. Что касается колеров, у меня есть колер персик, также у меня есть несколько зеленых и синих колеров. То есть вот у меня здесь синий колер. Вот синий колер. Вот. И еще, как вы можете видеть, в видео я использую валики. У меня всего лишь есть три валика. То есть у меня есть вот такой валик. Вот этот валик очень хороший, то есть он у меня долго служит уже. Мне где-то еще с 2021. Он до сих пор еще не засох полностью. Не стал твердым. Потом у меня есть валик меньше, чтобы делать как бы блики и так далее. У всех валиков, которые я использую, вот здесь есть такой вот прорез. Как вы помните, в видео я использовал большую палку для валика, когда кип на стене рисовал. Вот. И у меня также есть вот этот валик. Я его купил за 30 рублей по скидке в магазине. Но сразу я вам скажу совет. Что не покупайте валики, которые сделаны из параллекса, потому что они часто рвутся и они очень неудобные. Вот я его просто взял по скидке, мне тогда надо было стену подкрасить. У меня тогда был еще один валик, но он, к сожалению, порвался и пришлось его выкинуть. Вот, и это был весь обзор моего стаха.
Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.